привет, Нубас, ты что тут делаешь? О, привет, я лечу, блин, куда я лечу? Слушай, а куда летишь-то? Я не знаю. Так смотри, мы подняли остров, офигеть, Нубик. А, я, кажется, понял, это паб в Майнкрафте. А, кстати, реально, похоже, мы с тобой высадились куда-то. Слушай, так тогда надо лутаться быстрее, пошли вот в домик. Что такое лутаться, куда идти? Давай, пошли быстрее. Вещи собираю, о, смотри, сундук вижу, сундук. Так, открывай. Чё, ой, у меня пистолет есть, нифига себе. Нифига себе, так, а там только один пистолет? Да, давай, ищи быстрее в этом домике я что-нибудь. Я не могу разобраться, как бегать, мне пока вообще неудобно. Первый раз в эту игру играю, блин, нифига я себе. Я тоже, Нубас, я вообще, блин, о, смотри, сундук. Вот здесь еще пистолет есть. А ты знаешь, что это за игра такая? Ну как, это блоки моц. Блоки моц? А чего он так называется? А что здесь нет пистолета? Это специальный режим, в котором ты можешь играть в любые мини-игры, как в Майнкрафте. Нифига себе, тут что, получается, много мини-игр есть? Здесь вообще разные, Skywars, Bedwars, любые, вообще, все, что захочешь. Ой, блин, я тут стрелять уже начал даже. Куда стрелять? Ты что, ты меня только не убей, ладно? Давай, это что, получается, у нас сейчас с тобой команда будет? Да, мы с тобой сейчас в одной команде сейчас будем всех убивать. Ой, тут какой-то чувак бегает. Где? Стой. Так, где? Ты, куда? Вот ой, меня кто-то убивает. Меня убивает. Я сейчас стрелять по нему буду. Стрелять. На, получай. Ой-ой-ой-ой. Он меня с мяча бьет. Да, блин, помоги, Нубик, помоги. Нубик. Я не знаю, меня убивают. Ну, Бас, у меня патронов нет. Сейчас я тебя отомщу. Давай. Я бегу от него. Да. А, слушай, сейчас развернусь, давай, я сейчас стреляю. На, получай. Давай. Да, он меня убил, Нубас. А, блин, он сейчас еще меня убил. Давай, его. Так, сейчас его завалю. Пока он давай, бей его. Так, давай. Сейчас его надо завалю. Надо было тебе пистолет брать. А я не смог его взять, я не понял, где он находится. А, как жаль, да, смотри, какой он читок, нифига себе, он профессионально как-то играет. Ты сейчас за мной смотришь, да? Слушай, да, а у него еще алмазный меч, он походу про. Офигеть, где он его взял, этот алмазный меч? Ну так в сундуках здесь есть абсолютно любой лут. Даже пистолеты, автоматы есть, все. А почему я ничего не нашел? Блин, обидно. А у тебя какое место было? А я не знаю, я что-то вообще не посмотрел. У меня было 18 место. Мне кажется, у меня место 20-ок. Ну я потом посмотрю точно. В общем, смотрите, это новая мини-игра. В нее, короче, Владус играл. И она мне тоже очень понравилась, я вот решил даже Харди сюда позвать и вместе в нее поиграть. Да, это, блин, это реально круто, здесь же можно вообще в любую мини-игру играть. И это так прикольно, правда тяжело очень, да, Нубас? Да, вообще непривычно, давай, может, в чем-нибудь поиграю, что я знаю, а то в другие как-то вообще тяжело играть. Ну, блин, реально, ну давай выбирай, тут их очень много, кстати, на самом деле. Смотри, есть Bedwars и Skywars, может, потом еще в них поиграем? Да. Кстати, можно, ну давай что-нибудь полегче тогда выбирай, да, тут есть ты не справишься. ТНТ Run, это же просто бегать надо, да? Да, а, слушай, нет, Нубас, стоп, здесь же есть скины, ты в курсе, как в Майнкрафте? Да, о, это что получается, я могу свою одежду, что ли, менять? Да, здесь есть отдельная вкладка скины, и ты можешь преобразовать себя, сделать себе прическу, какую у тебя, тут радужная прическа есть. О, да, радужная? Шапка. Это просто ты как индеец какой-то. О, нифига себе, нет, это знаешь кто? Это Боб Марли. Да. Давай ты будешь Боб Марли, а я Элвисом Пресли. Ой, я еще в очках, короче, буду. Нифига, крутой какой стал. Так, да, я еще здесь с бородой буду. О, тут есть красные ботиночки. Не, синенькие лучше выглядят, я лучше в синеньких буду. А у меня красные по скину, поэтому я выберу все красненькие. Все, хорошо, давай. Так, получается, мы с тобой скин уже выбрали, да? Да, все круто, я все штанишки выбрал, все остальное тоже. Футболка. А я буду в шортиках, там же везде как бы жарко. Вот, я думаю, что я буду в шортиках, чтобы не замерзнуть. Ну да, ты везде в трусах ходил, поэтому шортики, думаю, для тебя будет нормально. О, да. Че, мы играем в ТНТ Ран? Да, давай, Нубас, зайдем сейчас туда и с тобой сыгранем. Давай. Нубас, вот мы, смотри, вместе здесь уже. Нифига, да, такой нифига, красивый. Круто. Блин, ты тоже так круто выглядишь, у тебя такая прическа, она вообще крутая, мне так нравится. Ты знаешь, как у Элвиса Пресли? Да, я же сказал, как Элвис Пресли. Слушай, да, здесь можно даже вид поменять. А, как в Майнкрафте. Слушай, вид-то обратно можно. Мы же уже играем, блин. Нубас, ты упал. Ну ты, Нубас, оказывается, Нубас, все-таки ты, а не я. А я еще на самой верхней карте играю. Да. А мне сказали, что у меня первое место. Первое? Как первое? Да. Я же еще даже не упал. Не знаю, у меня написано место 1, награда. А, это, видимо, игра лагнула. Ну ничего, смотри, я еще по самому верху прыгаю. Нифига, какой крутой. Да? Это а что, я сейчас получается, я больше профессионал, чем ты? Ну, блин, не-не-не. Ну, Бас, просто я первый раз в это играю. Слушай, тебе повезло. А я тоже первый раз. Ой, я упал. Я прям сразу же до самого низа упал, нифига себе. Вот я так же, я примерно с самого верху и до низа улетел. Смотри, у меня тоже показывает, что у меня первое место. Ха-ха, ты что, умер, что ли? Да, я же тебе сказал, что я прям до самого низа упал. Ну все, понял, давай пошли еще раз сыграем. Ну, Бас, ну все, мы опять здесь вместе с тобой, смотри. О, круто, давай. А ты где, я тебя не вижу?
Да вот здесь рядом бегаю. Слушай, я теперь понял, я сейчас включу режим, с которого можно быстро бегать, чтобы не упасть. А так я так и бегал, ты что, сразу до такого не догадался, что ли? А я его нажимал, пока нажимал, в итоге провалился! Ты опять провалился, что ли? Нет, я туплю, здесь же надо бегать, я забываю совсем. А ты что, просто стоял, что ли? Так да, я тупил, я не играл 100 лет. Ну да, я походу вообще какой-то нубик! Я на красный уже. Уже на красный. А я еще на самом верху. Ай, блинский, блин! Я руку с кнопки убрал. Ты чё? Блин, мне так круто получается бегать. Я же даже сам от себя такого не ожидал, я упал. Блин. Да куда упал на бас? Я на зелененькой сейчас, на второй. Да? Слушай, а я походу на последнем уровне. Блин, как бы мне сейчас не улететь-то? Это ж капец, как страшно. Я перепрыгнул. Я... Ай-ай-ай. Блин, мне... О, тут еще какие-то блоки лежат, нифига себе. Ой-ой-ой, меня пацан скинул. Блинский, блин. Блин, я упал. Капец. А что, вот же... получается, кто сейчас первей? У меня не второе знаю. Место, у тебя какое? У меня первое. Ты что, офигел, что ли, так нечестно, блин? Я еще и выиграл тебя, нубик. Капец. Пошли еще раз играем, можно уже в другую мини-игру. Давай еще посмотрим, какие еще игры есть. Давай. Все, я уже лечу. Прокинул. Ой, я рядом с тобой, смотри. Да, так, ты прям рядом. Больше никого нету? Не, а нет, смотри, не, вроде никого. А не, вон чувак, смотри, слева летит. Ой, двое. Подожди, смотри, вот там видишь оранжевый домик? Давай, может, туда попробуем долететь. Давай. Ну, бас, только я не вижу, где ты уже. А, я тебя потерял. Я сзади тебя немножко, вот я здесь. А, вот, давай за мной, лети, ну, бас. Давай в этот домик, пожалуйста. Какой, в льве? Да, львей который. А, все, давай, я там. Так, здесь сундук. Давай, бери, я пока вниз побегу. Аккуратней, ну, бас. Здесь есть граната какая-то. Слушай, классно. А, у меня, какая-то пистолет. А, это дробаш. Походу, дробовик, нифига сколько патронов. А, это ты, что ли, внизу тут стоишь? Я же испугался, блин, сначала. Слушай, а ты не знаешь, как тут все патроны за раз взять? Че, их я собирать должен, что ли, все? Не знаю как. Я вообще, блин, второй раз, получается, в эту игру только играю. Да? А, тут же еще броня есть, нифига себе. Круто. Так, я уже какие-то штанишки себе, точнее, ботинки надел. Классно. Так, я сейчас возьму на всякий случай дробаш, чтобы сейчас такого. А, это не дробовик, это УЗИ. Стой, тут какой-то чувак бегает. Где ты? Скажи, в каком домике я тебя потерял? Я не знаю, тут где-то бегаю. А, вот, вижу. Сами, блин, давай, мочи его, мочи. А то он сейчас убьет. Давай. На, стоп. А что ты не стреляешь-то? Эй, как стрелять-то, ну, бас, сейчас. Я его бью. Так, я бегу. Давай. А, ну, бас, отодвинься. Я стреляю в него, стреляй. Я пока еще сундуки поищу, может, получится найти что-нибудь. Я убил его, убил. Игру был убит. О, супер. Пошли лут соберем. Сейчас посмотрим. По-моему, нет, раз он стоял. А, подожди, так. У него же там меч был. А у него меч был. Слушай, давай я его оставлю, забери его. Да, давай. И там еще штанишки у него. Ай! Ну бас! Кто где? Это я тебя случайно ударил. Прости меня, пожалуйста. Ах, напугал! Да. Слушай, вообще, так, давай за мной. Давай тут. Я вообще боюсь потеряться. Ходи за мной лучше. А ты куда делся? Я уже тебе. Я сзади. Вот прям за тобой. Все, давай, вот пошли вот в тот большой. Первый раз вообще в эту игру играю. Да это вообще. Ну слушай, в настоящем, конечно, все немножко по-другому. Но да, там это легче очень играть. Похоже. Конечно, легче, блин. Ну тут интереснее, тут же есть мечи и. Да, это похоже на Майнкрафт. На Майнкрафт же больше, когда играешь в Майнкрафт, это же больше нравится. Слушай, смотри, здесь ботиночки есть, вот можешь ботиночки забрать. А как их надевать вообще? Ты знаешь, а то у меня штанишки там есть это менюшка такая, называется броня. О, а здесь смотри, есть, короче, УЗИха еще одна наверху. Собирай ее быстрее. Так, погоди. А, вот броня увидел, так, штанишки. Давай я пока тебя охраняю. Нажимай на них и все, и надевай. Она не надевается почему-то. Нажми на броню, вот ты инвентарь нажал броню и нажал на вещь. Да, нажал, она почему-то не переносится, ничего не... блин, почему она не работает? Я не могу понять, как это работает. Не знаю, я надеялся, у меня все вроде нормально. Сейчас я попробую. А, все, я разобрался. Давай. Так. Давай, ну вас, поднимайся наверх, бери здесь почему у меня такая карта УЗИ-ка. Большая? Все, блин, мне очень страшно. Ну, что ты кипишуешь-то, нубик? Да мне страшно, потому что. Давай, забирай УЗИху, вон, смотри, сундук, вон стоит, давай, вон там. Давай, бери его, я сейчас и наверх сразу же за мной поднимайся, сейчас посмотрим, что еще наверху, там наверняка есть еще сундучок. О, да, сейчас я гляну. Блин, ну о, здесь калаш есть, нифига себе. Давай, забирай его. Так, нужно как-то патроны, а как много, я понял походу, их надо зажимать, все, супер, я взял. Да, их зажимать можно просто? Да, просто зажимаешь, и тебе сразу же много кладется их. Капец, я, блин, там собирал по одной штучке их. Че это я такое сделал? Слушай, я какую-то непонятную штуку сделал. Так. А, все нормально. Так, что ты где, Нубас? Я тут смотрю в окошко, я пытаюсь найти, может, здесь кто-нибудь есть из чуваков, чтобы их убить. А, вижу, слушай, 12, осталось 12 людей всего лишь, так. Так, нужно... 12, а нас, получается, 20 вначале было, да? Там, по-моему, даже побольше чуть-чуть. Так, понял. О, смотри, еще какого-то чувака убили.
Прям в чате видишь, там час сверху у тебя слева. Да, 311 человек уже осталось. Ой, я не знаю, где все. Мы, кстати, с тобой можем остаться вдвоем, а потом мы с тобой зарубимся, и кто про станет, и кто на бомба. А ты думаешь, мы с тобой вдвоем останемся? Мне кажется, тут чуваки вообще прям профессиональные какие-то есть. Да, ну, может быть, и есть, но найдут ли они нас? Вот, вот в чем вопрос. Стой, ну бас, здесь же зона! Блин, я совсем забыл! И что такое? И что это такое, значит? Она, если мы сейчас за зоной попадемся, то она нас будет убивать. Нам нужно срочно. Это же паб. Я совсем забыл, что здесь зона. Харди, смотри, тут меч есть. Алмазный, забирай его быстрее в сундуке. Да нафиг он нужен, у меня калаш с узихой. Давай за мной, беги, побежали, а в зону быстрее нужно. Ты куда делся-то? Вот смотри, где я выходишь и налево. Я тебя не вижу. А, налево. Так, быстро бежим. Так, ты где? Вот, все, сейчас, видишь? Вот, смотри, здесь, вот видишь зеленый стенки? Там чувак. Вон, вижу. Давай, сейчас. Двое чуваков. Так, я стреляю. Нифига. Слушай, там зона, аккуратней. Так, нам получается в зону надо войти или из зоны наоборот выбежать? Мы в зоне, нам надо в нее как бы войти, ну. Уже. Так, давай надо стрелять по ним, стрелять, секс. Ай, по мне кто-то стреляет, задницу прям. Капец, откуда? Блин, все тяжело стрелять, а? Сейчас я разберусь. Так, сейчас я его увижу. Ой, вон они, давай, стреляй по нему. Так, он за деревом стоит. Оп. Блин, как в него попасть-то? Да хоть еще. Блин, я случайно по тебе стрелял, Харди. Нет, это не пожалуйста. Я, это не я у дерева там. Ай, около дерева не ты бегаешь? Не, стреляй по нему, стреляй давай. Так, слушай, только ты долго на месте не стоит, он, мне кажется, нас тут убьют. Меня кто стреляет? Ой, ну бас, где они? Я их не вижу, не вижу. Я никого не вижу, блин, да как страшно. А, давай за дом, смотри, за дом, быстрее сюда за дом. Давай, я бегу. Это ты, да, бежишь около горки, да? Или ну нет? Вот я здесь, вот я. Да нет, не сюда, вот я прыгаю, назад. Ладно, стой там, я тебя вижу. Спрячься где-нибудь. Вот я сейчас к тебе бегу, да? Да, я прыгаю, стою. Слушай, у меня зелька есть, как ее использовать? Я не знаю, надо как-то выпить. Сейчас, другое зелька. Как ее поиспользовать, ничего не понимаю. Сложно. Блин, все, я понял. Крутая, ее надо зажать, я не могу разобраться, как здесь играть. Блин, вообще так-то тяжело очень. Блин, я ее выкинул. Стоп, а как использовать-то, блин. А, я понял, походу. Так, стоп. Так, сейчас. Что такое 30 секунд? Что будет через 30 секунд? Я не понял. Через 30 секунд зона уменьшится. Но мы с тобой на краю стоим. Нам надо как-то передвигаться потихоньку. Давай за мной. Так, знаешь куда? Давай вот в эту сторону куда-нибудь двигаться. Давай, иди вперед. Я вообще боюсь сейчас от тебя далеко сходить, потому что я один, если останусь, я точно умру. Да это капец, я сам боюсь, блин. Ну-ка. Вот они где-то здесь же были. Аккуратно. Вроде не вижу. Да, так, слушай, здесь эти чуваки так, были? Куда они делись? Слушай, нам с тобой на бас вот в эту сторону надо идти, нам с тобой обратно надо идти. А почему обратно? А, кто где стреляет? Я не знаю, Слышишь? Нет, у меня звук выключен. А вот внизу, здесь прям. Ты его видел? Так. Нет, но я слышу по звуку. Так, давай сюда. Вон они, давай! Давай, мочь! Ах, меня убил! Я не вижу. Капец, давай я слежу за тобой. Сейчас. А, он в домике, он прям мне в спину стрелял. Вот он, гаденыш, у него был какой-то вообще супер сложнецкий какой-то автомат. Да, нифига, он, блин. Вот он, чувак. А, он прям над тобой. В смысле, под тобой, прямо вот внизу. Ты вниз просто спрыгнешь, он прям будет под тобой. Он выбежал. Сейчас я его попаду. Давай. Я его попал, он убежал куда-то. Стой, вон он. Он тебя не видит, он прям под тобой снизу. Давай. Я не могу. А ты точно у него... Да, я в него стреляю, но я попасть не могу. Давай! Сейчас убью! Отлично, я молодец, его убил! Ну, так, смотри, сейчас там, знаешь где? На тебя бежит туда же, в эту же сторону, к этому чуваку бежит. Сейчас я его завалю. Давай. У меня уже пурки заканчиваются. Куда он делся? Он спрятался за дом. Он обратно бежит, вниз. Так, вот, стоит. Ай, блин, я не попал. О, как тяжело играть. Он тебя не видит, ну бас, все, он убегает, он туда вниз спускается. Блин, мне вообще страшно, прокиндол, я же сейчас вообще умру точно. Капец, а я не заметил, вот и умер. Слушай, он убежал в тот домик, где я стоял и зель купил. Он вообще куда-то на край зоны убежал. Зачем он это делает? Так, сейчас я попробую. О, вон, я еще чувака вижу, сейчас я его убью. Блин, тут так-то очень страшно, капец. Слушай, сейчас, а куда ты стреляешь? Сейчас я посмотрю, где. Все, я убил! Я занял первое место! Ура! Нет, может быть, ты убил одного? Нет, первое место и двоих я убил. Вот тут прям так и написано. Нубик! Я просто офигеваю. Красавчик. Ну что, ребята, надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Ребят, не забывайте, что все ссылки есть в описании. На Android и на iOS вы игру можете скачать и играть вместе с нами здесь. Да, получается, вы сможете играть так же, как я. Когда я всех тащил, мне вообще прям так нравилось в это играть, блин. Че, ну бас, погнали дальше продолжать. А вы, ребята, ждите новых выпусков и продолжения того, как мы сейчас круто затащим. Да, давай, сейчас мы всем покажем, как нужно играть. Конечно.